машину подброшу, все-таки чуть-чуть я потом встану и возьму. А я дрянь, да. Нет. Кокосовым молотком. Нет. Но ты бросишь на полпути? Я брошу. Я полю. Как? Я забыла, как это? Давай, ногу на плечо и целуй. Лиза, ты бросишь на полпути? Бросишь на полпути? Нет, нет, нет. Это не про меня. Не-не-не-не. Обождите. Хорошего вам всего на свете. Хорошей съемочки. Спасибо, и тебе. Говно, честно. Я бросила кофе пить. Как я опять оказалась в этой точке? Так, господи, ничему эту женщину жизнь не учит. Пошли, может, танцуют? Я не брошу на пол. Как же я сладко вру в этой песне. Подожди. Мультипаспорт. Вот. Без бумажки букашка, а с бумажкой человек. То есть благодаря этому блогу, наконец-то, все узнают, что я адекватный, нормальный человек, с которым можно иметь дело. Сцена! Это праздник! Примерку или на сцене? Я на... перепутье! Не знаю! Не, потом на сцену. Здравствуйте! Какая странная ковровая дорожка. Как пахнет? Чем пахнет? Чем помнишь, в детстве кулак? Чем пахнет? Ты гуглишь? Нет, у меня есть инстаграм. Ты гуглишь, чем пахнет успех? Чей это успех? Достаточно поэтично. Вопрос, когда вы меня научите танцевать? Вот это? А тут порыв души. Делай, как велит тебе твое сердце. А дальше, как велит тебе твоя душа. Так и будет. Все правильно. И смотрите, и... Леночек, Леночка Баль, великолепная моя Леночка Баль, познакомьтесь, пожалуйста. Она, во-первых, делала всю красоту на тусовке. Я понятия не имею, какой будет дальше аккорд. Это так забавно. А что ты играешь? Так что? Мы что, пишем с тобой песню сейчас? Вот именно сюда, малыш, да. Чтобы... Скулы. Ну, чтобы... Типа вот так. Но одну. А, давай одеваться? Да. Пацаны. Say no more. Сейчас так, я тяну. Следующий. А, на тебя, да? А можно мне такой же образ? Пойдем бабосик зарабатывать. Но не снимай это. Ну давай говори. Мой райдер снимет. Но почему босичку маленькие мои? Ну так, давай босик. Надо. Так вышло. Может, это тапки? Ну, а ты куда идешь? Колбаска. Ну, Анечка, куда ты по колбаске-то ходишь? Ну, это же великолепно. Под эту музыку. По колбаске. По красной ковровой колбаске. Третий звонок.
Господь, Господь, такая честь для меня. Да какое первое слово? Пропуска получше. Дайте спеть. Здравствуйте. Дайте мне спеть уже в конце концов. У меня кудряшки раскудрявливаются. Вот поле здесь. Я больше не могу втягивать живот, девочки. А, где первая ручка? На сцене юбилейной жары неподражаемая ёлка! Заряжаемся, заряжаемся. Так, молодцы! Это сработало супер! Девочки, спасибо большое, это круто! Девочки, сфоткаемся на прессе. Это мой. Да. Можно? Пойдем. Так, я сейчас посмотрю. Спасибо, девочки. Пока. Планета, наверное, как-то. Нет, это умничка.